Безопасность детей является приоритетом. Доказательство тому – конкурс «Зеленый огонек». Он ежегодно проходит среди детских садов столицы. В этом году в нем приняли участие 10 дошкольных учреждений. Ребята представили работы, сделанные вместе с родителями, подготовили выступления и презентации. Дорогие дети и родители, на дорогах будьте бдительны! Когда уже подходит выпускной, когда ребенок готовится идти в школу, у него сформирован положительный образ послушного участника дорожного движения. И придя в школу, ребенок уже знает, где переходить дорогу, как себя вести на проезжей части, что нельзя играть, что нельзя отпускать руку. То есть такие конкурсы очень и очень полезны. Конкурс традиционно проводится уже на протяжении многих лет.